Здравствуйте, добрые молодцы и красные девицы! Низкий поклон вам, люди добрые! Здравствуйте! Азаван-царевич прибыл из 39-го царства, как всегда, с радостными вестями. Настало время собрать силушку богатырскую, святую рать со всей Руси и победить Змея Горыныча. Это есть наш последний и решительный бой. Силой богатырской воспрянет род людской. Сейчас сам идет большой подъем русского патриотического движения. Заметили? И вот сегодня в музее Константина Васильева, который в Советском Союзе был основателем языческого движения, подпольно тогда еще, который поднял нашу древнерусскую культуру и в этих образах отразил ее, мы с вами проводим эту волшебную встречу, которая призвана объединить всю Русь-матушку и рассказать всем добрым людям в России, Беларуси, Украине и в других славянских странах о скором объединении сказочной Руси. Александр Сергеевич Пушкин показал нам русский путь развития. Тройка, семерка, туз! Вначале надо настроиться на эту жизнь, научиться соображать на троих, поднять святую троицу, выстроить свою жизнь. Потом нужно собраться, собрать свою матрешку из семи тел. Потом нужно зажечь царя в голове, туз, твердый ас. И ты собираешь очко. Ты постигаешь всю полноту человеческой жизни на земле. И вот если посмотреть на современную Украину, герб трезубец. Вот это у нас Игорь. Это Ярославна, его жена, которая плачет. Расскажем еще почему. Сейчас Русь-матушка ж плачет. Вот, Украина, трезубец, тройка. Россия, семерка герб. Орел, ясный сокол, две головы, три короны, пять. Скипетр и держава, 6-7. Семерка. И туз, это кто у нас? Беларусь. Герб колобок. Заметили? Круглый. Колобок. Один. Туз. Иван-царевич приехал из Беларуси. Видите, даже вот она, сказочная символика, сказочная жизнь, она везде. Кто умеет видеть, тот увидит. Кто умеет слышать, тот услышит. И поэтому русская народная мудрость говорит: сказка ложь, да в ней намек. Кто понял ее, урок. Правильно? И чтобы понять наши сказочные намеки, первым делом надо снять лапшу с ушей. Берем свои волшебные шпалочки, потерли их вот так. Ля-л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 я. А потом так, как будто сейчас что-то интересное будет. Знаете так, дети так, и делают какое-то очень важное дело. Радостное для детей, но, возможно, не радостное для взрослых. Потому что дети, они еще вот по-божественному, а взрослые уже иногда окаменели. Так, палочки зажгли свои волшебные. Вот они, 10 палочек. Покажите палочки, это вот они. А я посмотрю, как пальчики-то шевелятся или застыли. Молодцы. И берем теперь и со свистом, по заветам моего друга Соловья-разбойника, снимаем лапшу с ушей, которую повесили там. Средства массовой дезинформации и так далее. Берем вот так. И выкинули. И выкинули. И третий раз. И выкинули. О, чувствуете? Аж в голове-то прояснилось. Хорошо стало. Да, прошла. Да, и вся русская мудрость, она такая веселая по приколу. Мы приколисты. Прикол – это древнерусское название полярной звезды. Мы приколистки, поклонники полярной звезды, которые также зовут у нас коровой зиму. И поэтому, когда на нас прут темные силы, мы говорим: «Ха, мы дети коровы зиму и козы седут». И темные силы отступают. На Руси сейчас очень весело, правда? А кому-то очень грустно, кто-то плачет.
Но видно, что жизнь очень сильно меняется. И то, что сейчас происходит на Украине, коснется каждого. Никто не сможет отсидеться втихаря. Народная русская мудрость говорит: для себя тлеть, для семьи гореть, а для Родины пылать. И вот сейчас по небесному плану запылают все люди на земле. Кто-то от этого сгорит и исчезнет, а кто-то станет ярким светочем и проводником своей родной культуры. Сейчас много чего интересного происходит, и вот разные аналитики пытаются найти, кто виноват. Почему на Украине такая заварушка сейчас, а? Кто виноват? А? Небесная Русь, по небесному плану, который сейчас происходит, смена эпохи лисы, эпохи хитрости, обмана и подлости, на эпоху волка, эпоху честности, правды и справедливости, решила, что самый лучший способ разбудить русский народ – это прислать сюда самого страшного змея Горыныча. Потому что чем страшнее змей Горыныч, тем быстрее Илья Муромец с печки своей слазит и идет сражается. Правильно? То есть прилетел реально страшный змей Горыныч. Во Львове людям головы отрезают сейчас. В Киеве живым людям уши отрезали. То есть змей Горыныч реально прилетел. И к людям приходят, забирают деньги, машины, жизнь. Все забирают. Но тем, кто, конечно, не может пользоваться шапкой-невидимкой. Потому что кто у нас уже сказочки уважает, шапку-невидимку одел, ему в этом мире сейчас вообще ничего не страшно. Шапка-невидимка, меч-кладенец, сапоги-скороходы, царь в голове, кто зажигает. Какие бы заварухи ни было, ничего не страшно. Вот пришли к украинскому депутату Олегу Царёву убивать его. Так? А он просто поговорил с этими людьми, кто пришел. Царь в голове у него есть золотое сияние. Посмотрел им в глаза. Нашел слова, и они ушли. И какие бы сейчас заварушки не были, если у тебя загорается царь в голове, ты выйдешь чистым из всего этого и в хорошем состоянии. Когда начинают искать, откуда ноги растут, то, что сейчас происходит на Руси, почему-то многие считают, что во всем виноваты американцы. Да? Типа Чебурашка все это замутил, и поэтому так плохо на Украине. Ну, способен ли Чебурашка, понимаешь, на Святую Русь хоть что-то сделать, а? Планы темных сил вот такие, а планы светлых сил вот такие. И поэтому все, что делают темные силы, является частью плана наших светлых небесных сил. И Пушкин это красиво показал в сказке про царя Салтана. Ведь помните, когда там отец с сыном расстался, сына в бочку же закатали, он на острове жил, правильно? И вот отец хотел встретиться с сыном, а рядом с ним, с царем Салтаном, жили три вредные бабы, темные силы, да? Ткачиха, повариха и сватья баба Бабариха. И вот эти темные силы знали то, что не знали царь Салтан, правильно? То есть они знали про белочку, которая грызет золотые орешки. Они знали про 33 богатыря, про царевну лебедь. Так? И вот в конце сказки оказывается, что у князя Гвидона и белочка есть, правильно? Благодаря темным силам. И 33 богатыря, и царевна лебедь в жены. Здорово! И отец с сыном встретились. Понимаете? И когда мы увидим эту всю сказку до конца, которая сейчас разворачивается в России, Украине, Белоруссии, как вот это движение идет в сказочной Руси, мы увидим, что все идет по красивому сказочному плану. Ну а сейчас мы просто сами с вами все находимся в разгаре этой сказки, да? Ведь сказка же начинается, да? Там прилетает страшный змей Горыныч, похищает Елену Прекрасную, да? И уносит ее куда-нибудь далеко в свои черные чертоги. Вот выходят богатыри, царь их благословляют, и начинаются бои. Правильно? И вот сейчас
Это волшебное время. Настало время научиться нам соображать на троих. Для этого надо, чтобы у каждого нашего богатыря земли русской было сильное медное царство, серебряное царство и золотое царство. Чтобы люди были сильны телом, душой и духом. И для этого сейчас русским духом пахнет. Правильно? Русская весна. Для того, чтобы мы научились наконец-таки снова соображать на троих. Не так, как учат змеи Горыныча. Да? У них же соображать на троих — это бухать. А по-нашему научиться соображать на троих. И вот Илья Муромец, когда выходил в бой, он же был очень доброй душой, правильно? Серебряное царство, душа у него такая. Он выходит и говорит, когда вот эта темная рать идет, тьма тьмущая, говорит: добрый молодец, ступайте отсюда по добру, по здорову, пока целы. А темная рать стоит такая вся, наемники, за деньги, запах, понимаешь? И говорит: нет, мы будем биться, нам бабки заплатить. Что вы хотите, правильно? Ну, во времена Илья Муромца тоже ж были наемники вовсю, правильно? Илья Муромец такой: хорошо, биться так биться. Раз! И дал украинского гопака, правильно? Станцевал. И так всех побил. Ну, несколько оставил живых, чтобы они домой уползли. И он им на ушко говорит: передайте, что нас трое, трое нас. Понимаете? То есть он один побил, но если надо, трое же будет. И эти богатыри, они же есть до сих пор в Руси. Вот. Иван Царевич сейчас ездил в Симферополь, выступал. Самое пекло. 7, 8, 9 марта, когда там вот готовились к референдуму. Потом в Донецк поехал 16 марта. Когда был референдум в Крыму, а в Донецке там 1050 людей поднялось. Ну, невозможно же посчитать сколько. Кричали: ура! Проводим семинар сказочный. Выходим из лабиринта. Ну, лабиринт начертили. Вышли из лабиринта, и тут 50 тысяч человек кричит: ура! Ура! И местные жители говорят: так они первый раз ура кричат. Вот, то кричали: Россия, там, Донбасс. Ну, такое все. А тут ура закричали. То есть знамения нашей божественной победы, они сейчас идут отовсюду. Иван Царевич же и Майдан брал. Выхожу на Майдан. Три раза там был. Ну, Бог Троицу любит, соображал на троих. Ну вот. И я, когда первый раз приехал на Майдан, еще до Нового года, в декабре, выхожу такой на Майдан, подхожу к сцене. Вот, там было три божественных знамения. Чайка ко мне прилетела, потом кукушка, потом беркут. Вот, а когда да. Ну а когда я к сцене подошел, выходит такой мужичок из Сум приехал. Ну, город такой Сумы, знаете, украинский, светлый Ум. Шапочка такая волшебная. Знаете, волшебники шапочки такие длинные носят, да? Оп. И борода, как положено. То есть реально волшебник, но такой спящий. И такой выходит, и так: в Украине так все плохо, Янукович нехороший человек, ну, мягко говоря. И все там, короче, начинает там крыть. И потом такой стоит, сумочку свою такую достает, говорит: я знаю, где выход. И такой Майдан стоит такой в непонятке. Потому что в декабре там непонятно что было. Всем было весело, но люди не поняли, зачем они стояли. То есть, а Януковича брать, а что дальше, непонятно. И он говорит: я знаю, что спасет Украину. Все замерли. И он такой берет из кармана, достает так яйцо-райцо. То есть яйцо-райцо — это же в украинской мифологии символ рождения нового мира. И сейчас у нас наступила эпоха волка. Новая эпоха, новые правила игры. Второе пришествие Колобка наступило. Поэтому здесь же в пространстве музея Васильева желтый большой колобок. Видели там? На улице огромный. То есть вот оно. И когда я был на Майдане, там было четко второе пришествие Колобка. То есть там огромный такой экран висел. И показывали, что происходило на сцене в Америку, в Европу, везде.
А возле этого огромного экрана висело два таких золотых шара. Золотых, швейцарские часы. То есть, ну, наши сказочные силы, они же действуют через все. То есть два таких золотых шара прямо на весь Майдан, такие метров по 10 нарисованы. Но этот мужичок на сцене про яйцо-райцо сказал. Сейчас это вот яйцо, которое как раз снесла курочка ряба золотое вначале, помните? И сейчас была ночь сварога, и люди отказались от золотой мудрости божественной. И они сказали, нам бы пожирать. А сейчас наступает утро сварога, и люди примут золотое яйцо, настоящее. Главное будет постижение нашей мудрости предков. И поэтому сейчас с каждым днем все более модно и становится родная культура, заметьте. Вот оно, золотое яйцо райцо. А потом он еще говорит, со сцены прямо, говорит, и в этом яйце игла Кащея. Представляете? И все это в Америку, в Европу показали. Вот она, сказочная ручка качает. С большой сцены он сказал. И дал ведущему. Ведущий такой взял такой и говорит, настоящая, не супермаркета. И такой спрятал. Когда Иван Царевич приехал в Симферополь, иду там по главной площади со своими друзьями из клуба «Родные истоки», у которых символ как раз сокол, финист ясный сокол. И вот сокол, как трезубец Украины, летящий вниз сокол. И говорим мы, вот на этой площади главной, вот как Красная площадь в Москве, а там своя площадь, надо бы нам провести большой хоровод дружбы и мира. И раз, в этот же вечер приезжает Надежда Бабкина, баба-яга наша, и раз, и водят хороводы огромные под музыку. И первая песня, которую Бабкина спела, «Кукушка». Вот и первая песня, которую я услышал на Майдане, была «Кукушка» со сцены. «Кукушка», она меряет срок. И вот сейчас закончилось 40-40 эпохи Лисы, и наступает 40-40 эпохи Волка. 40-40 это 1600 лет. И сейчас наступает 1600 лет вот этой эпохи правды, честности и справедливости. Вот. Ну а смотрите, кого Небесная Русь прислала в Крым. Шута Горохова, Жириновского. И Жириновский приехал, вот первое, когда там заварушка началась, он такой, все хорошо, денег дадим, армии дадим. А рядом стоит Святогор Валуев, вот такой. И все ему по соски, понимаешь? И он такой своей грудью тут всех кормит. И он такой стоит и просто и молчит. А Жириновский такой там, раз, хорошо, все будет, ребята, не волнуйтесь. Ну и третье, кто туда приехал, это... Собственно, персона Иван Царевич. Терешкова, правильно. Валентина Терешкова, первая космонавтка, женщина, правильно? Космос с нами. То есть все, что происходит, это имеет космический масштаб вообще. Не то, что все планетные, это касается всей Солнечной системы, 39-го царства. Вот, и всей нашей коровы зиму, созвездия Малой Медведицы, куда наше Ярило Солнышко входит восьмой звездой. То есть это огражденные... Космическое событие сейчас происходит. Вот она, Валентина Терешкова. Еще там была Ирина Роднита. Ири наш, это райский сад, который цветет постоянно, в котором мы сейчас спели песню про Илью Муромца. И Роднина, род наш, истинный. Чувствуете? То есть сказка, ложь, да в ней намек. Кто понял ее, урок. И вот сейчас я снова ездил в Киев, в Киево-Печерскую лавру. Там же лежат мощи Ильи Муромца. Так? И вот и там же стоит вот этот обелиск Великой Отечественной войны, вечный огонь, стела такая огромная. И вот это все вечный огонь и рядом с Киево-Печерской лаврой находится. Вот. И я ходил общаться с Ильей Муромцем. И даже местные экскурсоводы говорят, что Илья Муромец, он жил не при Владимире Крестителе, а при Владимире Мономахе. Именно Владимир Мономах был у нас Владимир Красное Солнышко. То есть у него было самое большое вот это солнышко, колобье тело. Царь в голове, самый яркий. И поэтому до сих пор сохранилось выражение «тяжела шапка Мономаха». Слышали? Потому что под каждого Рюриковича Соколова делали свою шапку.
самоцветными камнями, золотом для усиления лучей излучения голубьего тела. И вот под царя Владимира Мономаха сделали такую шапку, что ни один царь русский после него не мог эту шапку одеть, голова болела. Слишком мощное излучение. И только эту шапку Мономаха смог одеть один русский царь, Александр III. Помните, такой бородатый был, такая борода кладистая. И который говорил: Россия для русских и по-русски. Вот этот мог одеть шапку Мономаха Владимира Красного Солнышка. Больше никто не мог одеть. И вот Илья Муромец, он же лежал на печи 33 года. Троичность священная, да? И три волхва пришли. Опять намек на тройку, да? И булава состоит из трех частей. Раз, два, три. На ручке вот эта Святая Троица. И вот если посмотреть скипетр, который был у русских царей, и держава, помните? Скипетр и держава. Скипетр из трех частей состоял. Держава, вот такой шар, в руки держали. Ну, а вот украинцы, казаки, они совместили скипетр и держава воедино. Булава, символ царской власти. И вот Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, они могли соображать на троих. Это были крещенные люди. И сейчас я был в Киево-Печерской лавре и изучал там как раз ведические корни христианства. Откуда вообще выросло христианство? Из нашей древней культуры. Там в христианство, хоть там ходят люди в черном, так? Ну как ткачиха, повариха и сватья баба бабариха, мы можем брать из этого наследие черных людей интересные намеки, которые больше нигде не найти. Ну, чтобы понимали, сейчас на земле есть три масонских клана. Это повариха, пожрать, так? Это специальные змеи Горынычи, которые с помощью еды опускают людей до уровня инстинктивной жизни, превращают нас в гадов. Вот, на уровень медного царства. То есть, и поэтому на Майдане в Киеве постоянно было много еды, которая была заряжена черной магией, и специально людей опускали на уровень инстинктов, агрессии и поиска врага, черно-белого видения мира. Вот. И Советский Союз развалился только после того, как ножки Буша привезли. Понимаете? Ножки Буша, ну вот эти куриные, да? Пепси-кола, и вот тебе Советский Союз, вот тебе план этой поварихи. То есть и Иван Грозный говорил, русский царь: хочешь завоевать другую страну, начни кормить ее своей едой. Все. Сказка ложь, давней намек, кто понял ее, урок. Второй масонский клан на земле огромный, который все охватывает, это клан ткачихи. И вот есть такой фильм интересный был, «Код да Винчи», помните? И там такие ткачи были, да? Ну, у нас же, кстати, богиня судьбы есть такая, Макаш, небесная ткачиха. И дочка, и не доля, и не доля. Но вот этот клан темной ткачихи, которая вредительствует, они заряжают людей ложными смыслами. Иван Царевич всех приглашает в церковь колобка. Земля колобок. Тут у тебя колобок, солнце колобок, звезды колобки. Вот это колобковое круглое мышление. А план этой ткачихи — вот взять как будто пирог и разрезать вот так по кусочкам. И получается что? Треугольники. Правильно? И вот эти треугольники — это секты. Поэтому движение фашистской гадины, это в Киеве называется как? Правый сектор. Секта. Треугольник. Да? И задача ткачихи — всех разбить вот по этим сектам. И они говорят: вам в какой треугольник? Вы в правый сектор, левый сектор, русский сектор, христианский сектор, мусульманский сектор. А может, вы на вознесенных учителей? Религии уже устарели. У нас есть Эльмория, Эльшмория, другие там, Мельхиседеки, Шмехиседеки. А, вам это не нравится? У нас есть Форекс. Классная система. Форекс, Ре — это повтор, а так будет Фокс, лиса. Вот. Вот, есть еще сетевой маркетинг. Давайте, пристраивайтесь в какую-нибудь секту. Есть более привлекательная секта. Анастасиевцы, ну, для вознесенных уже людей, уже таких просветленных. Есть язычники, есть староверы, есть родноверы. А вот это вот круглое, которое вне всяких сект, это называется как для нас, чтобы мы понимали, что всех нас объединяет?
вот это вот все, чтобы выйти из этих треугольников, войти вот в этот круг. Как этот круг назвать? Кола. Ну, кола. Я говорю, давайте все на кола. Кто-нибудь поймет, что значит кола? Вот это вот, то, что нас всех объединяет. Когда мы сможем найти единый язык и дружить, любить друг друга. Потому что анастасиевцы недолюбливают этих староверов. Староверы недолюбливают христиан. Христиане недолюбливают мусульман. Мусульмане недолюбливают язычников. Понимаете? Все друг друга недолюбливают. И это будет бесконечно, пока люди не выйдут из треугольников в круг. А чтобы выйти в круг, надо понять, как он называется. Как называется этот круг? Куда выходить-то? Ну, знаете, нам уже несколько тысяч лет. Любите друг друга. Давайте выйдем в любовь. И все как-то не понимают это. Войны продолжаются. То Наполеон, то Гитлер, то еще кто-то сюда лезет со своей любовью. Французской. Ну вот я вам говорю. Знаете что? Давайте все в чистое поле. Понятно? Да? Не очень понятно. Давайте найдем вместе общий понятный образ. Что вот этот круг, который нас всех объединяет? Земля. Как он называется? Земля. Ну вот я говорю, все на землю, давайте, все на землю, и классно будем жить. И мы видим, куча сейчас поселений строится, и там вот это вот драчки, еще я говорю, погорячее, чем в городах идут. Как вот этот круг называется? Когда ты только поймешь это, тогда ты сможешь жить дружно и счастливо. И царь в голове у тебя зажжется. Ну, колобок, наверное. Ну что, я говорю, давайте все в колобок. И что? Кто-нибудь понимает? Вот этот круг называется народная культура. Народная культура. То есть в этот круг у нас ходят русские народные танцы, игры, хороводы, песни, поговорки, пословицы, названия трав, тервич трава, долень трава, сон трава, названия деревьев, сказочные терема, как строить посаженные. Как правильно шить рубахи по пятен, сарафаны как правильно шить, понимаете? Ведь смотрите, я рассказываю сказку про Колобка, и против Колобка ничего не имеет ни анастасиевец, ни родновер, ни старовер. Правильно? То есть все уважают Колобка. Потом раз, я танцую танец барыня, русская народная культура. И когда я танцую танец барыня, опять же, все ровно дышат. И те, кто сетевым маркетингом занимаются. И те, кто на вознесенных учителях, они говорят, о, класс, танец барыня. И язычники, и родноверы, и староверы, все ровно дышат. Чувствуете? Вот что нас объединяет. И когда мы войдем, и что для нас самым главным станет народная культура. И тогда спрашивают, а какое у вас главное священное писание? Мы что ответим? Сказки. Русские народные сказки. А заповеди, заповеди у вас какие? Что мы скажем? Русские народные пословицы, поговорки. Дай собрал 30 тысяч. Прилично. Не то, что там у некоторых с десяток. Нищие люди. Понимаешь? Так, они говорят, а где у вас алтарь Божий? Где у вас самое святое место? А? Что мы скажем? Что? В душе. Алтарь Божий, он очевиден. Очи виден. Самое светлое место. У нас ценятся на Руси святые люди, просветленные, правильно? Чтобы стать светочем, просветленным человеком, надо взять свет из самого светлого места. А самое светлое место? Красное солнышко. Вот наш алтарь Божий. И тогда они спросят, а обряды какие вы делаете? Обряды? Что мы скажем? Какие у вас обряды правильные? А? Мы говорим, танцы, игры, хороводы. Вот все обряды. Прикольно? Прикольно. Берешь русские народные сказки и пошел по квартирам. Звонишь, тебе открывают, и ты говоришь, здравствуйте. А вы знаете про Колобка? А любите ли вы Колобка, как люблю его я? А вы знаете, какие испытания проходил Колобок? А потом, а вы знаете, почему лисица съела Колобка? И уже дальше объясняете, что была эпоха лисы, ум за разум зашел. И так далее. То есть вот оно, по приколу. Мы можем победить только по приколу. Когда в Киеве началась заварушка, они начали своих Змеев Горынычей отправлять в Симферополь. А там наши ребята. Прислали они Шрека,
этим самым мэром там или пэром, я не знаю точно. Приехал этот Шрек в Симферополь, вышли добрые молодцы, взяли этого Шрека на ручки белые и отнесли, выкинули его в мусорку, в мусорный бак. И сказали, еще раз приедешь, больше не уедешь. Понимаете? Вот это в наши дни. И он вылез из мусорного бака и исчез. Понимаете? Приезжали группы товарищей из Киева, из сектора, да, из треугольничка. Мы самые крутые, у нас самый правильный треугольник. Им говорят, самый правильный, хорошо, и зеленкой в лицо. Раз-раз всех подкрасили. Почему? Потому что рептилоиды зеленого цвета. Подкрасили всех зеленкой и на лбу нарисовали солнышки. И сказали, еще раз приедете. Больше не уедете. И исчезли эти ребята из Симферополя, ой, Севастополя, навсегда. Понимаешь? Прокурора прислали, тоже из Киева, из Мегарыныча. Они говорят ему, уезжай, добрый молодец, отсюда, по-добру, по-здорову. Он говорит, не уеду, я вас сейчас тут судить буду. Они говорят, хорошо. Взяли биты и машину его вдребезги разнесли. И сказали, ты будешь следующий. Намек понял? Он такой, да, я понял. Раз! И растворился в небытие. Понимаешь? Вот она русская культура. По прикольчику такой. Раз, два и победили. Как Илья Муромец нам завещал. Вот каких богатырей ты знаешь? Родословную. Корни. На кого ты опираешься? Давайте, я пальцы загибаю. Илья Муромец. Святогор. Алеша Попович. Добрыня Никитич. Никита Кожемяка. Дальше. Пересвет. Вольга. Рогдаль. Финист. Финист, Ясный Сокол, Богатырь. Это больше волшебник. Ну ладно. Дальше. Руслан. Из Руслана и Людмилы. Так, ну вот 10 богатырей. Еще давайте 23. Ну, ты понимаешь, ты когда все имена знаешь, имя – это ключ к образу. И ты собираешь эту силушку богатырскую, ты знаешь, что за тобой целая рать. И вот это вот твоя корневая система плотная. Ты стоишь так на ногах, ты идешь по родной земле, и ты побеждаешь. Почему сейчас в Москву приезжают чеченцы и щемят русских? Почему? Потому что чеченцы, они уважают свою родословную. Они считают, что если ты не знаешь свою родословную до 12 века, ты безродный. Понимаешь? А кто-то до 12 века знает свою родословную. Поэтому они нас и щемят. Да, они тоже не знают. Вот. Многие знают. Потом они ходят с бородами. Богатство рода. Уважают свой род. Русские ходят без бороды в основном пока что. Но слава богу, с каждым днем бород все больше. И я вам скажу, что бородатые всегда щемят безбородых. Европу посмотрите. Приехали бородатые мусульмане, щемят этих безбородых европейцев. И у нас такая же ситуация, и так было всегда на земле. Чеченцы – это божественный намек. Ребята, растите бороды. Они нас будут бить, щемить до тех пор, пока наши русичи не станут бородатые, волосатые. Душа вот такая, грудная клетка. Крепко стоит на ногах медное царство. И ходят такие русичи по Москве. Бородатые, волосатые, грудь огромная. На ногах крепко стоит. И тогда эти ребята, хорошо, вопросов больше не имеют. Понимаете? То есть они пришли нам намекнуть. Вроде как темная сила, а вроде как и не темная. То есть пока человек живет в медном царстве, у него жизнь черно-белая. Враги, друзья, наши, не наши, плохие, хорошие. Когда ты перемещаешься в серебряное царство своей осознанности, мир становится разноцветным. Есть желтые люди, красные, синие, зеленые, голубые, фиолетовые. То есть все люди для тебя вот как цвета радуги, разнообразны. Нету врагов у друзей вообще. Есть вот люди, которые разные. В какой-то ситуации один человек может быть врагом, а в какой-то другом. Правильно? Один и тот же. То есть невозможно на человека повесить ярлык. И когда ты перемещаешься в золотое царство, то все для тебя становится золотым сиянием. Вот это вот единство. Единый язык со всеми людьми. Мы возьмемся за руки тогда в хороводы. Русские с башкирами, с чеченцами, с неграми, с индейцами, с индусами, и будем дружно жить. То есть это начнется, когда у всех народов зажжется царь в голове. Тогда все народы будут только жить в полном мире и согласии. Ну и когда зажжется царь в голове, будем жить в райских садах
здесь их леса. Поэтому, чувствуете, надо изучать свою родословную, свою богатырей, тогда ты будешь крепко стоять на ногах. И об этом нам намекает Змей Горыныч, который сейчас прилетел в стольный Киевград. И это все тоже связано с крестом. Вы видели, что любимый знак этого правого сектора – это такой круг и крест. Правильно? Заметили? Равносторонний крест и круг. Что это такое? Это опять, как эта ткачиха, как повариха, как сватья баба Бабариха. Это намек. Смотрите, тема – крест в круге. То есть этот крест, он проходит через стольный Киевград. Почему говорят «Киев – мать городов русских»? Потому что если мы посмотрим на карту, сверху находится Гипербарея да Ария, откуда мы спустились 11 тысяч лет назад, когда началось похолодание, мы начали спускаться с севера. Дайте пендель удобному рептилоидную коробочку в воду. Или я ее булавой сейчас это ошпарю. Есть два варианта. У меня чистая водица, живица. Я беру туда рептилоидные коробочки. Так раз. И так, ой, какая жалость. Проиграл Змей Горыныч. Ну, ему жалость, там радость. Так вот, смотрите. Гиперборея, Дарья, Кольский полуостров сейчас. Потом Санкт-Петербург, которому тысячи лет. Кто-то первый его просто откопал. Великий Новгород, Витебск, в котором проходит Славянский базар. Славяне всех стран съезжаются. Гомель, откуда приехал Иван-Царевич. Потом течет Днепр вот так по линии. Здесь Киев. И вот мы, русичи, спустились с севера в Киев. И такой путеводный камень. Налево пойдешь, прямо пойдешь и направо пойдешь. И часть русичей пошло направо. И эта дорожка ведет в Варшаву и в Берлин. То есть Варшава и Берлин ровно лежат на одной линии туда. Часть русичей пошло налево. И вот здесь ровно на одной линии налево у нас лежат Харьков, где сейчас русские богатыри создали оплот. Харьков, Сталинград, который сейчас называется Волгоград, да? За который была огромная битва. То есть Берлин, Сталинград, Сталинград, Берлин. Да? И сейчас у нас снова на Берлин. Один путь. Вот так. Заметили, что в Сталинграде недавно взрывы были, да? Хотели взорвать перед Олимпиадой, все сдебоширить. Харьков пытается взять Змей Горыныч, да? То есть вот эти силовые линии, русский крест. Я вам сейчас черчу вот этот русский крест. Поэтому наша задача, Сталинград отстояли, Харьков отстоит, потом Киев, Варшаву очеловечим и немцев на Берлин. Переведем их на русский язык. То есть пока немцы говорят на немецком языке, они немцы, не мы. Сейчас объясню почему. Если с Киева часть русичей пошло вниз, с Киева спускаться вниз, раз, Царьград. Стамбул, Константинополь, так? Ну и Одесса на этой же линии. И Чернобыль, кстати, на этой же линии. Чернобыль, там древнее русское капище находится, мощнейшее. Вот. Если со Старьграда спускаться вниз, Александрия, который Македонский построил, и потом египетские пирамиды. Вот те крест русский. Вот те три дорожки, да? Вот. И Иван Царевич как раз сейчас ездил в Киево-Печерскую лавру и фотографировал там кресты. Русская древняя система по мастям. Пиковые кресты, крестовые, бубовые и червовые. И там прям вот так все как по мастям расписано. И у нас четыре мира есть. Явь, Навь, Правь и Славь. И вот мы рождаемся на этой земле, в этом воплощении, чтобы какой-то из этих миров понять больше. Поэтому на земле есть витязи, которые хотят познать этот мир сражений, победы, борьбы. Есть волхвы, которые хотят познавать в мире правил. Ну и так далее. Мудрецы. То есть русский крест. И вот на этом кресте происходит судьбоносное событие. Ведь заметьте, когда-то был расцвет египетской цивилизации. Помните, такое было? Ее же русичи основали. Первые фараоны. Фараон. Русское слово. Фара – это тот, кто светится. Да? Свет. Фара. Он. Это. Потом Александрию Македонский построил, славянин, тоже понятно, да? Основал там библиотеку крупнейшую в мире, которую спалили как раз ровно тогда, когда началась эпоха Лисы. 1600 лет назад спалили Александрийскую библиотеку. То есть главное вот собрание мудрости всех народов Земли, книжную. Потом Царьград. То есть Византийская империя поднялась только тогда, когда Македонская пала, правильно? Потом и... Когда Византия накрылась, Киевская Русь поднялась, да?
То есть вот она идет передача такая. Поэтому на этой же линии лежат Питер, так? И поэтому хоть бы у нас вроде как Москва столица, а рулят-то питерские. Путин, Медведев, понимаете? То есть вот она. Из Питера сейчас люди, которые в Москве управляют ситуацией. Надо понять, кто вообще управляет сейчас на Земле. А то многие славяне сполошились. А, американцы, масоны, Ротшильды. Все это медное царство. Они манипулируют и контролируют. А управляют всегда боги. Смотри, солнце такое, Земля такая. И на этой Земле вот такой Ротшильд. Вот такой Рокфеллер. Вот такой Янукович. Вот такой Ярош. И тебе надо четко понять, кто здесь управляет. Ярош манипулирует, контролирует. Янукович манипулировал, да манипулировался. Обама тоже с этой обоймы. Ну, Америка же началась с хижины дяди Тома, закончится Бараком Обама. И вот заметьте, эпоха волка, и в Киеве, в Украине был чемпионат мира по футболу. Так? В России зимняя олимпиада, которую мы выиграли по всем параметрам. Золото, Колобков взяли золотых, правильно? Куча золотых медалей. Сейчас будет чемпионат хоккея, чемпионат мира по хоккею в Беларуси. Чувствуете, энергия подтягивается. И вот вы все знаете, что была олимпиада в Сочи и не раскрылось американское вот это кольцо. Намек? Вот. В 2012 году, когда закончилась эпоха лисы, была олимпиада в Лондоне. И там висел российский флаг и белорусский. То есть вот они, наши богатыри, Путин и Лукашенко. Заметьте, медное и серебряное царство в балансе. Янукович, Шрек. Медное царство вылезло. Человек, который не умеет управлять животом, он не умеет управлять страной. Понимаете? А заметьте, и Путин, и Лукашенко – это самые спортивные президенты на Земле. Правильно? Что в Англии Шрек, Шрекиня. То есть вот это Шрекиня и Шрек. Не в Англии, а в Германии. Вот это Ангела Меркель, да? Ну вот. Шрек, Шрек. Обама – Чебурашка. То есть, ну, одни сказочные герои кругом. Лукашенко, у Лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубы то. У Лукашенко вот такой кулак. Вот такие, как мой два. И он периодически перетрахивает и парламент. И перетрахивает. К нему европейские депутаты приезжают. Он говорит, я не люблю этих голубых. Я не понимаю, как это мужик с мужиком. Я понимаю, мужик с бабой. А этот взял на него, обиделся, уехал. Ну и Лукашенко тогда. Ну я же не хотел оскорбить. Но это же ненормально, когда мужик с мужиком. И ей говорит, я пока буду президент, у нас будут нормальные семьи. Вот эта тема, правильно? То есть вот это оплот нравственности, Беларусь. Золотая цепь на дубе том. Вот оно, золотое царство, белые люди, белая Русь. Единственная страна на Земле, где осталось название Русь, и где ведическая символика, белая вышивка на флаге. Чувствуете? Но российский флаг сейчас очень тоже правильный. То есть медное царство, серебряное и золотое, красная полоса, медное царство, голубая, серебряная и белая, золотое. То есть сейчас сказочный флаг. Сейчас российский герб, это царский герб, царского самодержавия. Смотрите, у нас орел, одна голова орла, вторая финиста ясного сокола. Это две птицы. Птица рок, древнерусская, рок. И три короны у царей, правильно? Ни у кого на земле нет такого герба. Скипетр и держава. Хоть и Путин и президент по названию, но по образу царь. Мир управляется образами. У нас самый сейчас царский мощный герб в России. Поэтому Россия сейчас выходит на первое место. Вот. И когда этот наш богатырь Путин, путь истины наш, приехал в Америку и с Обамой встречался, потом Нью-Йорк Таймс написал, Путин улыбался. Обаме волчьей улыбкой. Реально, вот посмотрите. То есть вот она, эпоха волка качает, понимаете? А Рогозин, то есть по приколу мы только и побеждаем. Рогозин приехал в НАТО на переговоры, в Брюссель, что ли, и привел с собой два тополя, дерево таких, посадил. И сказал им, если надо, я еще пришлю. Понимаете? Сказка ложь, давней навек. Кто понял ее? Урок! И у этих рептилоидов там закипает крыша от этого всего, что мы делаем. У них же так, по драконовским законам они живут. В Европе и в Америке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А у нас метод Иванушки-дурачка. 1, 3, 6, 0, 5, 4, 6, 8. И у них сбой программы.
И поэтому они Русь никак не могут взять. Вот. Они даже пытались натравить украинцев на русских. И теперь Обаму спрашивают, как это так? Мы потратили 5 миллиардов на демократизацию Украины, а они пошли на объединение Руси. А Чебурашка это такой, ну как, ну так вот. Это же, ну Чебурашка каждый день почти звонил Путину по телефону в последние вот эти дни, когда Крым присоединялся. И вы знаете, что Чебурашка посидел. Он за несколько дней сейчас седой стал, посмотрите на видео. То есть вот оно. То есть, потому что наши-то богатыри крутые. И сейчас вот говорят, а у русских мало становится. Ничего, качество растет. Сейчас волк пришел чистить ряды. Чистить ряды будет у всех народов. Волк – санитар леса. И вот у волка есть две энергии. Как воля вольная, волшебство, когда ты берешь ответственность за свою жизнь, за себя, за свою семью, за свой народ, за все человечество. Вот это вот воля твоя, что это твой мир, ты хочешь здесь утверждать лад и красоту. А вторая сторона медали энергии волка, это когда вот эта воля у тебя прет, и она негативная. Вот как сейчас правый сектор. Это же волевые люди, правильно? То есть они жестокие, волевые. И вот эта энергия волка, она прет со всех сторон, и она сейчас распирает. Если ты сейчас будешь в черно-белом мире сидеть, в медном царстве, то если у тебя сильные битки, выиграешь, нет, тебя в порошок сплющат. Но ведь всегда найдется шкаф больше, чем ты. То есть сейчас смертельно опасно жить вот здесь в медном царстве. И вот сварог кует на небесах, на своей небесной наковальне. Он же кузнец небесный. И летят такие искры, человеческие души. И твоя душа рождается в сварге пречистой. И вот она начинает созревать на путеводной звезде. И мы все прилетели с разных звезд. Кто-то с чертога лебедя, кто-то с чертога пардуса, кто-то из чертога коровы зимой, кто-то из других чертогов. И вот с путеводной звезды твоя душа летит на полярную звезду, на прикол. С полярной звезды душа летит на красное солнышко. С красного солнышка душа прилетает вот сюда, на колобке, на круглом. Поэтому круглый живот наших матерей. И за 7 сороковников, за 9 месяцев, 9 месяцев это 7 умножить на 40 дней. За 7 сороковников человек вырастает вот в такую матрешку. 7 одежек и все без застежек. 7 верст до небес и все лесом. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот, и когда мы начинаем осознавать свое звездное величие, все в этой жизни решается красиво. И с националистами, и с правым сектором, и с женой, и с тещей, и с родственниками. Вообще. Милое дело, ты всех любишь, и все хорошо. Потому что сварог вот такой. И вот он вот так влияет на нашу жизнь, когда мы открыты ему. Солнышко по сравнению с сварогом вот такое. Земля вот такая. И на этой вот земле вот такие люди ходят разные. Тещи, родственники и другие, чебурашки там американские. Вот, любимые твои друзья. Вот такие ходят. И когда ты понимаешь, кто здесь главный, кто управляет, да? Ты начинаешь понимать, что сейчас на земле разворачивается сказка. И в этой сказке сейчас идет битва со змеем Горынычем. И победа русская неизбежна. И этому огромное количество знамений и в Лондоне, и в Москве, и в Киеве, и в Симферополе я сейчас выступал. Везде знамения есть о русской победе. Иван Царевич прилетел сейчас на ковре-самолете на Красную площадь, и там уже в центре золотой петушок сидит. Вы видели? Золотой петушок на Красной площади. На Новый год сидел, на Коляду. Там же ярмарку построили. Красный шатер, сверху золотой петушок. Я сфотографировал. Кремль, звезда, петушок. Все. То есть мы уже берем тут все в свои руки. Киев, это на Украину если приехать, перед Майданом вся Украина была в матрешках. То есть компания МТС взяла матрешку для рекламы. И вся Украина была в матрешках, а в руке у матрешки такой золотой был колобок. И вот намек был нашей сказочной Руси. Давайте, собирайте матрешку, колобки зажигайте. И кто это сделал, тот сейчас находится в прекрасном состоянии, то есть в неуязвимом, в шапке-невидимке. С ним может происходить на Украине только хорошее. Кто матрешку не собрал, царя в голове не зажег, того сейчас там плющит и колбасит, тот могут забрать все. Не только деньги, но и жизнь. Но ты сам виноват. Сказочная Русь тебе намекала. Давай. Вся Украина была в матрешках.
И там проходил чемпионат мира по футболу. Вся Украина была в колобках. Везде футбольные мячи стояли, вот такие огромные, да? То есть давайте, выходите из своих треугольников, шары. Намеки шли полным ходом. Победа наша русская неизбежна. Но вопрос в том, будешь ли ты в этой победе. Если ты сейчас не сможешь подняться из своего змеиного царства, если ты не сможешь скинуть свою лохушачью шкурку, перестать быть змеюкой подколодной, если молодцы не захотят перестать быть шреками вот этими, да, видеть мир в черно-белых красках. И заметьте, сейчас большинство людей ходят в черно-белой одежде, правильно? Черный низ, белый верх. Это стандартная одежда сейчас. Есть еще серая. Серость будет. Если ты не выберешься из этого черно-белого мира, в скором будущем тебя просто расплющат. Тебя змей Горыныч отравят с помощью медицины, символ змея. С помощью вот этой Вати-бабы-поварихи, не ядовитого этого питания, которое все пронизывает. Или тебя заманят в какую-то политическую секту, партию. И тебе там с помощью политики ты вступишь в переделки, и тоже тебя сотрут в порошок. Или тебя в экономику затащат кредиты, форекс, обберут до нитки. И опять ты повесишься из-за того, что ты должен там миллион долларов какому-то змею Горынычу. Если ты из черно-белого мира не выберешься, ты проиграл. Задача твоя подняться сюда, в этот мир, разноцветный, в серебряное царство или в золотое царство. Если ты поднялся в золотое царство, все, ты Георгий Победоносец. То есть змей Горыныч снизу, белый конь, серебряное царство посередине. И ты вот Георгий Победоносец, колобок, копье, ровный позвоночник. И ты, Георгий Победоносец, он же как? Змея Горыныча в горло проткнул, помните? По мифу там как было? Прилетел страшный дракон и съедал девушек, правильно? Он съедал девушек, и когда дошла очередь до царевны, дочки царя, она стояла и плакала на берегу моря. И тут поезжает Георгий на белом коне и говорит: «Чего ты плачешь, красная девица?» Она говорит: «Да меня сейчас дракон сожрет!» И сейчас такая же ситуация, посмотрите, на Украине, правильно? То есть сейчас любого там сожрать могут. С поездов людей саживают, правильно? Деньги забирают, уши отрезают. Просто бьют, это легко отделаться. Вот, то есть там вот это реально сейчас, Русь-матушка плачет, вот она, сейчас, видите? Киевская Русь плачет сейчас. Поэтому они говорят: придите нам, братья русские, помогите. Мы придем, поможем. Ну просто ситуация должна докалиться вот до маразма. То есть до предела, и тогда уже раз, приколит. Все, кто в шапке-невидимке сейчас на Украине, находятся в безопасности. А в опасном положении на Украине находятся только те люди, которые вот вибрируют вот здесь. И они такие: мы ненавидим правый сектор, мы ненавидим фашистов. А с ненавистью ты сам становишься как фашист, понимаешь? И тебя сотрут в порошок. Или ты сгоришь в этом огне ненависти, понимаешь? Мы любим всех. Мы говорим: фашисты, гадины, ползите отсюда. Вы что, 45-й забыли? То есть вы, это самое, в 812-м к нам вы, Змей Горынычи, приползли, и тут пришел Дедушка Мороз. Раз, и французы замерзли. А-а-а. Почему? Рептилоиды замерзают, лягушки замерзают в холоде, правильно? Вот они, французы-рептилоиды, приползли. И тут, и опять же, в войне Великой Отечественной мы начинали побеждать только когда пришел Дедушка Мороз, правильно? Вначале Змей Горыныч попер, а потом Дедушка Мороз в 43-м только как-то подошел. Ну, не сразу. И раз, и замерзли эти рептилоиды. Ой, холодно. И тут раз, мы их победили. И сейчас в Америке небывалая холода. Вы заметили? К ним пришел Дедушка Мороз. То есть знамения русской победы очевидны для тех, кто умеет смотреть и слушать, кто понимает, сказка ложь, да в ней намек, кто понял ее урок. Но если ты хочешь жить и быть в этой победе, и жить потом в райских садах, в вещих лесах, в священных рощах, надо перебираться из черного белого мира. Что вы ко мне тут пришли в черных платьях, а? В черных сапогах? Посмотрите на себя. Застряли в этом черно-белом мире. Вот, пришли разноцветные люди. Даже в вышиванках пришли. Вот это глаз радуется. Тебе жить легко. Легко это в компании с легами. Леги – это наши небесные хранители. То, что христиане назвали ангелы. Ангелы – это падшие леги. Нехорошие существа. Лучше к ним не обращаться, если хочешь в светлые миры попасть. Вот. А леги – это наши славянские покровители. Поэтому
имя Олег, Олександр, Олексей, Олега. Легко, это значит в команде с легами. Вот легов призывать — святое дело, лег хранитель, помоги. Но они тебе и так помогают. Просто они расставляют события жизни благоприятно, чтобы у тебя была самая лучшая жена, прекрасные друзья, интересный труд. А ты когда не путевый, леги тебе путь, дорожку, скатертью, дорожку разложили, что живешь и красиво, живешь в блаженстве, в экстазе, как и положено. Птички в блаженстве, муравьи в блаженстве, бабочки, солнце в блаженстве, тучки в блаженстве, вся природа в блаженстве. Один ты такой ходячий косяк. Почему? Потому что леги тебе расстелили скатертью дорожку, а ты такой взял и в другую сторону пошел. Понимаешь? И ты такой: о, жизнь — тяжелая штука! Жизнь — это битва за выживание! А когда ты подружился с небесами, тебя леги взяли за космос. Оп! Чтобы тебя легко было жить, космы обязательно. Поэтому эпоха волка, Велеса, волосы. Чем более волосатый, тем больше вписываешься. Тебя леги взяли за косу, за оселедец, за космы. И легко ты такой: а, мне сюда. Идешь, и тебе легко. То есть у тебя душа открытая миру, ты всех любишь. Легкие, да? Легкие, легко. Ты живешь полной жизнью, дышишь полной грудью. Легкие отношения замечательные. И даже если кто-то хочет с тобой поругаться, он к тебе приходит. Вот как я ехал в поезде, например, и ко мне подошел чеченец, обиделся на меня, я его обидел, видите. И он такой: да ты знаешь, что мы такие? Мы чеченцы! Ну, а сам такой, блин, качок, они же спортсмены, да? Медленное царство прокачано, а остальные так себе, ну, как положено. Я такой на него посмотрел и говорю, и сказал ему пару ласковых слов. И он такой: будем считать, что ты в шапке-невидимке. Взял и ушел. Просто. Понимаешь? То есть, когда ты дружишь с небесами, когда ты дружишь со своим колобком, в этой жизни вообще все безопасно. Что бы здесь ни происходило, а происходить сейчас будет очень многое. Ситуация будет накаляться до предела, до тех пор, пока с тебя не содрут овечью шкурку. Многие русичи привыкли быть овечками. А Иван Царевич говорит: мы волки в овечьей шкуре. Хватит быть овечками. Вспомните это. Почему ты овечка? Потому что ты приходишь: ой, работодатель, дай мне работу. Ой, великий гуру, просвети меня. Я такая тупая. Наставь меня на путь истины. Ой, меня там это. Понимаете? Вот это овечковое мышление. А сейчас настало время жить. Старем в голове. Что Иван Царевич собирает волчью стаю, волков позорных. Волки позорные — это волки, которые на заре встают, по заре. Позорище — это древний русский праздник на рассвете. Вот мы встаем, когда рассвет, и позорище. Возим хороводы, танцуем, веселимся, солнышко встречаем. А тут ходят люди в черном, с перекошенным медным царством. Не ходите на позорище. Можно в наш темненький уголок в церковь Богу помолиться, Господу нашему. Понимаете? Поэтому наехали на такое слово, как позорище. А это замечательный русский праздник. Даже до сих пор уже предания сохранились, как мы на позорище собирались. И вот самая наша веселая церковь — это православная церковь в кощунственных крамольниках имени Пресветлого Колобка. Церковь прикольная, православная, славящая мир по праве. Кощунственных, почитающих кости, мудрость костей. И вот почему вот картины Васильева, видите, они вот в таком цвете, вот как кости. Такой намек на костную систему. Все люди выстроены с идеальной костной системой. Молодцы и девицы, вот она. И вот этот намек, что мудрость предков, оно состоит в кощунственном. В извлечении мудрости из костей. И вот мы видим здесь Игорь. Игорь, который уже принял христианство. Вот у него крест висит на груди, перекошенный уже, да? То есть здесь ровно, а здесь уже перекошенная палочка. А вот его жена Ярославна, она еще древней православной веры, ведической, вот она плачет. Потому что он уже начал впадать в это медное царство. Видите, солнечное затмение, да? Царь в голове затмился, все. То есть почему Илья Муромец побеждал? Казаки... Илья Муромец с Побулином, старый казак, они зашли за веру, за царя и за отечество, правильно? Ведание. Ра, вера, за царя в голове. Атаман дает приказ,
А каждый казак с царем советуется. Ага, хороший приказ, выполним. Или плохой приказ, меняем атамана. Вот так все будет. И отечество, заветы предков. А здесь уже царь померк. Видишь? И заметьте, на щите у него кто нарисован? Змея. А щит как держит? Вот здесь, правильно? Грудь защищает. Получается, змея может быть только здесь. То есть символики змеи, рептилии на поясе может быть. Это правильно. Сапоги там. Вот, все, что ниже пояса. А получается, когда ты змею поднимаешь сюда, то ты уже вместо белого коня, ты уже тут змею пригрел на груди. Слышали такое выражение? И вот Игорь пригрел змею на груди. Понимаете? И что получается? Уже победа непонятна. Будет победа, не будет понятна. Если ты змеюку на груди пригреешь, тоже твоя судьба непонятна в ближайшее время. Выживешь ты сейчас в этих переделках? Не выживет, кто тебя знает. Вот. Вот. А Ярославна, она здесь по картине обращается к солнцу, к ветру. Помните, как в сказках Пушкина? Свет наш солнышко, ты ходишь, круглый год по небу сводишь, зиму с теплой весной, всех нас видишь под собою. Да? То есть вот это личное обращение, когда у тебя сердце открыто, ты одушевляешь этот мир. Ты видишь душу живую в дереве, в солнышке, в бабочке. Ты можешь с ними поговорить, как в сказке. Вот началась ночь шварога, все начали жрать мясо. И Иван Царевич такой идет на подвиг и думает, надо поесть. Раз такой лук натянул, выстроился медведя убить. А медведь мне говорит, не ешь меня, Иван Царевич, а вот прихожу. Я такой, мясо не поесть. Думаю, ну сейчас хоть птицу поем. Раз так селезня, так натягиваюсь. А селезень, не ешь меня, Иван Царевич, а вот прихожусь. Опять. Думаю, ладно, хоть рыбу поем. Рыба-то молчит, правильно? Поймал щуку. А щука человеческим голосом говорит Ивану Царевичу. Не ешь меня, Иван Царевич. А вот пригожусь. И я такой, опять на травку. Понимаешь? То есть вот он намек на вегетарианство. Что нормально было есть мясо. Ночь сварога почти все его ели. Но сейчас уже наступает время вегетарианцев, время растительной пищи, потому что космос говорит, что ребята, правила меняются. И даже это услышали мясокомбинаты, которые являются крупнейшим покупателем сои, растительный белок. То есть в нашей колбасе мясо не обнаружено. То есть божественная игра, она грандиозная. И все у нее включены и банки, и мясокомбинаты, и Ротшильды туда, и Иваны Царевичи включены, и ты туда включен. Грандиозная вот такая игра, ее надо видеть. Ну и в целом на Украине сейчас, конечно, ситуация вот такая, плач Ярославны. Украина, она же женщина, правильно? То есть Россия, Беларусь, Украина. Ее даже националисты нянька называют, да, нянька, наша нянька. И вот она сейчас плачет, потому что фашистская гадина прилетела страшная. Видите, вот змея нарисована, видите? Вот. И она как бы обвивает сейчас Украину. И вот мы Крым взяли. Потом крымская область увеличится до Донецка. Потом до Херсонской, Одессу возьмем. И так чик-чик-чик. И просто столица будущей сказочной Руси, это будет Киев. Киев – мать городов русских. Почему? Я же вам говорил. Мы спустились с севера, с Дарьи, в Киев, и пошли на три дорожки, да? Мать городов русских, то есть в Киеве. Но это было давно, очень давно, что не в сказке сказать, не пером писать. И вот этот русский крест – это Киев. И вот Киев, вот этот круг, куда мы разошлись, и крест, да? И вот сейчас будет божественная игра сделана так, как в сказке. Ивана Царевича порубали братья. Помните, когда у меня уже была Жар-птица, Елена Прекрасная, Златогривый конь. И тут два брата прискакали и порубали подло на куски. Есть такое? Да? И вот серый волк прибежал и попросил ворона принести живую и мертвую воду. Да? И сейчас пришла эпоха волка. И сейчас мертвая вода и живая вода выливается на тело Ивана Царевича. А что такое тело Ивана Царевича? Порубленные куски. Это порубленные куски русского мира, сказочной Руси. Порубленные куски Ивана Царевича – это Россия, Украина, Беларусь, Польша, Сербия, Хорватия, Словакия, Словения, Венгрия, ну и так далее. Сейчас сохранилось 14 славянских стран, 16 языков.
которые все выросли из древнерусского. То есть древнерусский язык и 16 веточек, 16 языков. И сейчас утро сварога происходит схлопывание всех этих языков, возвращение снова древнерусской буквицы, 49 образов, азбагу, ведаю, глаголю, добро и так далее. Вот. И заметьте, что сейчас на Руси мертвая вода была, и концепция общественной безопасности, мертвая вода, да? Мертвая вода – это раскрытие всех заговоров. И концепция общественной безопасности, она лучше всего раскрыла заговоры, как нас обманывают. Это и есть мертвая вода. Понять, как тебя разводят, как лох, и кто тебя разводит. Вот. А живая вода – это что делать? Живая вода – это идея родовых поместий. Живая вода – это идея сыроедения, переход на питание со скатерти-самобранки. Живая вода – это переселение в шаровары. Пока ты ходишь в джинсах, тебя Змей Горыныча за яйца взяли. Понимаешь? Все, ты не мужик, а так просто там чи-чи-чи. Ни о какой победе со Змеем Горынычем быть не может. Почему русские выиграли немцев в Великую Отечественную войну? Потому что у нас были шире воинские штаны. Понимаешь, если в армии сейчас переодеть у солдатов джинсы и вот эти трусы плавками, что сейчас мужики носят, правильно, вот эти в облипочку, армия и сдуется. В армии трусы семейники. И вообще надо на гражданке носить семейники. Они способствуют семейной жизни. А ты, блин, в этих джинсах рептилоидных. Трусы там в облипочку и сдулся. Живая вода, одеваем шаровар. Иван-царевич по Москве в шароварах тоже ходит. Сейчас увидите. У меня такие красные есть, зимний вариант. Так. Вот. Живая вода, это когда ты начинаешь свои маршины мерить. Не носишь вот эту рептилоидную шкурку американскую. Американский стиль одежды. А начинаешь свою делать, русскую одежду, по своим мерам. Что это такое? Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. Пять пядей до середины тела. Вот так сколько пядей? 10. Мой рост сколько пядей? 10. Вот я в квадрат вписываюсь, как Леонардо да Винчи нарисовал, так? Вот. И рубаху надо шить по этой системе. И вот аршин это 4 пяди. Раз, два, три, четыре. И у Пушкина написано: «Сына Бог им дал в аршин». Вот такого. Поняли? Вот такие наши дети-богатыри рождались. Почему сейчас дети рождаются слабые? Потому что вот Святогор говорил об этом. Перекошено это медное царство, все тут, короче, поджато. Еще женщины носят каблуки. Когда каблуки одеваешь, таз вот так подворачивается. Повышенная сексуальная возбудимость, постоянно хочется кого-нибудь. И болезненные роды. Вот это цена каблуков. То, что ты постоянно половое перевозбуждение испытываешь, но роды в муках и страданиях. Как надо ходить? Вот так надо ходить. В сапогах скороходов. Покажите сапоги скороходы. Вот так вот. Впереди такие носочки, чтобы не приминать эту землю. Вот. И пядевая система, смотрите. Рубаха пошита по пядям. Вот так вот две пяди у меня, да? Здесь и здесь. Две пяди. Вот здесь, видите, одна пядь. Мужская рубаха должна быть вот. Раз, два, три, четыре, пять. Пять пядей это праздничная рубаха, четыре пяди повседневная рубаха. Женская одежда такая. Шесть пядей это повседневное платье, семь пядей праздничное платье. Почему платье должно быть вот таким, праздничным? Чтобы хороводы можно было удобно водить, правильно? Чтобы ты могла скакать, там, в танцах, крутиться, кружиться. А когда платье по земле волочится, особо не потанцуешь народные танцы, правильно? Там где надо вот так вот. Молот тебя крутит. Каждый своей мерой мерит. Слышите такую поговорку, да? И вот настало время жить своими мерами. Потому что сантиметры придумали Змей Горыныч. И сейчас нулевой меридиан в эпоху Лисы проходил через Лондон. И там сидела главная лиса, Елизавета Патрикеевна. В сказках. А в Лондоне Елизавета II. И она такая рыженькая. И Святой Патрик там. Чувствуете тему? И через что наши олигархи раз в Лондон, дети раз в Лондоне учатся. И вот этот Лондон, Лондон, и там Гринвич нулевой меридиан, оттуда считают время и расстояние, правильно? Вот. И там много чего еще, там офис жилет, лучше для мужчины нет. Понимаешь? Это же Лиса придумала вот эту тему бритье.
Пришел Петр Первый, которого рептилоиды отформатировали в Европе, да? И вот он пришел и начал рубить бороды, помните? И вначале были вырублены бороды, а потом только вырублены леса. Жизнь идет так. Человек издевается над своим телом, потом он издевается над природой. И точно так же восстановление лесов возможно только когда ты вырастешь здесь вещий лес и здесь бороду. Бор рода. Здесь бор, здесь у тебя вещий лес. Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе тон. И вот здесь у нас золотое сияние. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Наши два полушария. И ученые такие, бац, левое полушарие логическое, правое творческое, да? И это они ковырялись в мозгах. А Пушкину не надо было ковыряться. Мы вот соображать умеем на троих. Там тишина, там леший бродит. Когда лес есть, то он бродит в волосах. Русалка на ветвях сидит, дева-птица. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Где эти неведомые дорожки? Извилины, правильно? Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видений полный. И все идет описание полностью строения нашей головы. А мы с вами созданы по образу и подобию Божьему. То есть лукоморье, с одной стороны, это описание всей вселенной, в которой мы живем. С другой стороны, это описание самого человека, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. И даже Ветхий Завет, вот это первые 7 дней творения, это древнерусская книга «Быствуй». И там говорится, на 6-й день Бог по образу и подобию своему сотворил мужчину и женщину. Так? Сразу же двоих. Целостные. По образу и подобию своему сотворил мужчину и женщину. И сказал им, даю я вам в пищу плод от всякого древа и траву семя сеющую. Правильно? Плод от всякого древа – это фрукты и орехи, траву семя сеющую – трава. Указание на что? На питание, на сыроедение. То есть Бог там не говорит, не забудьте закинуть это в кастрюльку, полчаса поварить и еще солькой посыпьте, тогда только съедобно будет. Да? Это уже начинается мудрствование лукавое, что давайте мы еще плоды эти нарежем, почикаем там, похикаем. Это все, это вот человеческая гордыня вот эта. Бог не доделал еду, я доделаю, великий человек. И берешь, жаришь, паришь, солишь, там, а потом так, а теперь можно есть. Чувствуешь? То есть приготовление вареной пищи, это плевок роду Всевышнему в лицо, природе матушки. Ты говоришь, ты какая-то природа недоделанная, а вот я великий человек. О, чувствуете, вот кривда эта, да, такая просачивается? Мания величия есть, да, в кулинарии? Или нет? Иван Царевич пришел сказать, долой кухонное рабство. Согласны или нет? Ну вот. Потому что Василиса Премудрая на яблочке помыла, положила на стол. И говорит, добрый мой молодец, финист ясный сокой, откушай яблочек молодильных. И финист ясный сокол такой откушал, такой, ох, хочу еще орешков крепких. И она достала орешки крепкие, берет их так, поколола, раз, положила добрую молодца. И ему сказала, сам поколи, дорогой. Да, дорогой. Он говорит, хорошо, дорогая. Для колки орехов нам даны клыки. Видите, тут два клыка, тут два клыка. Колки, для колки орехов клыки у человека есть. Всего лишь по два с каждой стороны. И вот настало время настоящих героев. Почему ты родился в это время такое непростое? Хотя оно простое, но кажется непростым. Потому что ты посчитал свою душу достаточно сильной, чтобы выдержать это. Что ты в роддоме родишься в Советском Союзе, в тебе раз, верхний шейный позвонок свернули от лада, камень и латырь. То есть то, где хранится родовая мудрость, тебе свернули еще в роддоме. И свернутый атлант – это основная причина, почему кривда тебя одолевает, нарушение осанки. Вот. Потом тебя, значит, в роддоме так «Ха!» связали, и ты такой, блин, опять овечкой. Потом тебя, понимаешь, звери взвесили, померили, как колбасу, правильно? А кто ты такой, чтобы меня мерить? Вот этот медный мир – это озабоченность цифрами. Женщины ходят и говорят,
Мой 50 сантиметров родился, а твой сколько? А мой 52. И мужики тоже ходят и меряются, говорят, мой 20 сантиметров, а твой, а мой 22. Понимаешь? И вот эта вот система, все в цифры переводить. Люцифер. Да. Люцифер. От слова цифра? Ну да. Сияние цифр. Да, а наша задача чувствовать этот мир. Даже я своему другу одному говорю, надо строить дом по саженям. 7 саженей на 7, говорю, о, твоих, хозяйств. Он такой, о, интересно, а дом у него уже построен. Из царского кирпича. В Киеве, мой друг сказочный такой есть. Кирпич царский, оказывается, при царе до революции 17-го года делали кирпич крепче, чем сейчас. Поэтому из него сейчас вовсю строят, а он красивый. Я к нему в дом захожу, и там на кирпиче написано «Волков». Я такой, понятно, попал туда, куда надо. И он берет свой дом, меряет, раз, раз, и получается все по саженям сделано. Понимаешь? То есть, когда ты чувствуешь эту жизнь, ты можешь не мерить. Когда у тебя открыто сердце, ты можешь пошить эту рубаху, потом ты узнал у Ивана Царевича, что надо пядями мерить, померил, а она уже по пядям, понимаешь? А когда ты жизнь еще не чувствуешь, то надо еще мерить пока что, да? Чтобы вот эта одежда была твоя. Также мы делаем себе табуретки, столы и троны. Все делаем по своим мерам. Каждый свои меры мерит. Вот. И тогда этот мир, который мы создаем, он вот очень будет нам созвучен. И вот хочу про наших казаков сказочных стоять. Ведь заметьте, у украинцев есть такая тема, что Иисус Христос украинец, Будда украинец, Рама украинец. И Махабхарата, Великая битва, и она была на территории Украины. И знаете, что Иван Царевич скажет? Это правда. Вот поймите, что такая тема интересная, что когда на земле живут высокодуховные люди, у которых самый золотой яркий колобок, то в наследство своим детям эти люди оставляют что? В материальном виде, вот. В том, что вот очевидно, пощупать, потрогать можно. Что оставляют люди, у которых вот самый яркий золотой колобок? Царство. Что? Ну а конкретно, вот в чем это выражается? Вы вот так вот любите, вот абстрактно приучили на Змея Горыныча? Историю. Историю, дом, ну. Природу. Мудрость. О, уже начинается ближе к теме. Самое большое богатство, которое мы можем оставить своим детям, когда мы начинаем соображать на троих, это плодородие земли, черноземы. А самые большие черноземы где? На Украине. И вот там, где самые большие черноземы по несколько метров, там была самая высокоразвитая ведическая культура. Там жили самые одухотворенные люди. И вся Украина раньше была в райских садах, это сейчас ее в степи попревращали, вырубили леса. Вот. И поэтому там вот это вот был котел такой русской духовной культуры, там русский дух, там Русью пахнет. И вот оттуда поэтому вот этот круг и вот крестом разошлись на все стороны русичи, так, по мостям. Четыре стороны, ну с одной пришли. Вот. И на три разошлись. Получается крест. И поэтому на Украине сейчас решается судьба земли. То есть самая сильная точка силы сейчас эпохи Волка – это Украина. И вот этот Днепр течет как раз же через Киев. И нулевой меридиан сейчас в эпоху Волка будет проходить через Киев. То, что я сказал. Санкт-Петербург, Киев, египетские пирамиды. Вот эта линия, она сейчас в эпоху Волка будет как раз же был Гринвич. От нее сейчас будет считать время и расстояние. Киев будет столицей, стольный град снова сказочной Руси. И не Украину присоединят к России, а Россию к Украине. Ну, если так, по территории. Но просто название будет снова, ну, правильно. Русь. 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 И поэтому, смотрите, там же поднимается вот эта тема. В Крыму поднимается. За Святую Русь, понимаете? За Святую Русь. Не за Россию, а за Русь. Уже они с плакатами ходят за Русь. Это более правильный плакат, чем за Россию, да? Но присоединяться надо к России пока что. Потому что в России Владимир Красносолнышко снова здесь. Это второе воплощение. Да.
Владимир Красносолнышко. Владимир – это владу с миром, владеющий миром. Тот владеет – это тот, кто вот дружит со своим колобком и владу может управлять. Владимир Красносолнышко уже здесь. И объединение Руси, оно уже очевидно, правда? К нам уже и Сербия начинает проситься, там и Приднестровье. Уже в Финляндии, там у них депутаты в парламенте говорят, а может к России как-нибудь, мы же там уже были. Да. И я говорю, мы присоединим к себе всех более-менее нормальных людей. Раньше на Руси такие были интересные, ну, места, назывались монастыри, знаете? Монастырь. И туда, в монастыри, кого мы отправляли? Вот всех извращенцев, понимаешь? Кто не может содержать нормальную семью, все люди вообще на Руси рожали детей, семьями счастливыми жили, танцевали, водили хороводы, а если с половой ориентацией что-то не то, монастырь. И там за высокими стенами делайте, что хотите. Это ваши проблемы, но мы не должны вас ни видеть, ни слышать. Понимаете? И поэтому там это так процветает, потому что это место для этого. И сейчас будет такая же ситуация, что мы все, люди нормальной ориентации половой, соберемся, а всех остальных, куда надо, подвинем. Но почему такое количество половых извращенцев появилось? Потому что хорошо работает еще повариха. Взяли голубых, короче, гомиков, и перевели их на питание растительной пищи, экологически чистой. И у большинства из них появилась нормальная половая ориентация. То есть вот эта вот половая невоздержанность, что бросается на коз, на собак, на свой пол. Ну, в Германии уже же публичные дома с женщинами, это уже не солидно. Там уже с козочками, с лошадьми. Там уже развитие, уже что вы тут все думаете? И короче, когда человек начинает правильно питаться, возникает нормальная половая ориентация. Понимаете? То есть одна из причин такого чрезмерного количества половых извращений сейчас, вообще насилие, вот это пластмассовая еда. Когда ты ешь пищу, то есть супермаркет, тык-дык-тык-дык, 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 она на заводе так, тык-дык-тык-дык, на фабрике, тык-дык-тык-дык, сметана, тык-дык-тык-дык, хлеб, тык-дык-тык-дык, шоколадки, тык-дык-тык-дык, халва, тык-дык-тык-дык, тык-дык-тык-дык, тык-дык-тык-дык. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Серость будни, серость будни, серость будни, серость будни. Да? Черно-белый мир. Черный-белый, черный-белый, черный-белый. Смазывай серый. Вот тебе три цвета. Пойди в магазин любой мужской одежды. В основном вся одежда, большинство одежды в мужских магазинах черная, серая или белая. Заметили? Потому что вот, это обуйность этим медным царством. Просто в медном царстве нормально было жить до 12 года. Сейчас уже все, надо выбираться из него. Уже нагулялись. То есть медное царство – это тоже божественный план. Это тоже хорошо. То есть мы с вами родились в Советском Союзе для того, чтобы поесть шашлычка. Водочки побухать, сникерсов поесть. Это опыт. То есть мы знали, Бог, род Всевышний на небесах говорит, слушай, такая обстановка, Советский Союз, серп и молот. Высунулся молотом по голове. Что-то не то, серпом по яйцам. Такая обстановка. Согласен в Советском Союзе жить? Ты говоришь, согласен. И ты заселился в Советский Союз, как нормальные советские люди. По утрам бутерброды с сыром, днем картошечка вареная, там крахмал, маленький крах. И к 50 годам ты уже и разваливаешься, да? Да. Но сейчас уже опыт медного царства, пора пройти, закончить, чтобы душа твоя сказала, о, наелась сникерсов, наелась мяса, перехожу на вегетарианство. Переходишь на вегетарианство, побыл на этой вареной еде, а потом думаешь, что-то какая-то ерунда. Волки-сыроеды, зайцы-сыроеды, а я какой-то придурок варю пару. И переходишь на сыроедение. То есть это три этапа. Медная еда супермаркетов, серебряная еда – это вегетарианство, экологически чистой домашней едой, и золотое царство – это питание сырой растительной пищи. Откушаем, что Бог послал. А Бог – божественный огонь, солнышко, шлет нам яблоки, орехи, мед. Ест настоящий патриот. Щи и каша – пища не наша. Почему? Пища и каша – это пища уходящей эпохи, ночи с ворот. А сейчас уже утро.
И поэтому движение, которое сейчас поднялось, называется «Русская весна». Слышали? «Русская весна» на Украине, в России, в Беларуси, в Литве уже, в Латвии там поднимаются. Все. Сейчас уже начнем пятую колонну щемить. Ну, время настало ее щемануть. Вот. И вот у наших казаков была вот такая булава. Правильно? Символ какая? Видите? Ровный идеально позвоночник. Поэтому казаки, они как? Вешались на оселедец и висели на дереве вот так в позе лотоса. Это мы индусов научили позе лотоса, не забывайте. Я сейчас в Индии просто был, летал на ковре самолете. Йогой там занимался, супер йога. И разные там позы крутили такие. Раз, 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 асаны. И потом я посмотрел на русские народные танцы, и оказывается, русские народные танцы – вся индийская йога. То есть танцует русский танец, а потом раз – какую-нибудь асану стали. Танцует, раз – в асану стали. То есть если посмотреть казачьи танцы – это все асаны йоговские. Только мы это делали так, между делом, а йоги так. Стоят и только осанятся, понимаешь? А наша русская жизнь – это танцевать, веселиться, петь и асаны делать между делом. Понимаешь? И все, вот такая жизнь. Жить надо припеваючи. Вот ровный позвоночник. Позвоночник, когда он становится ровным, его называют хордом. Хор – добра асан. Вот тогда соединяет тебя золотой колобок земли, проходит тебя золотым столбом до красного солнышка. И от красного солнышка золотой столб через тебя спускается вниз. И ты постоянно в этом золотом столбе. Дит, дуб, сноб. То есть сноб света через тебя идет. Дит – это ты почитаешь культуру предков своих, мудрость прадедов. Дит, дуб, сноб. И ты дуб. То есть ты корнями в земле, головой в небеса, как дуб прорастаешь. У тебя есть корни, кора и корона. У тебя есть дедушки, бабушки, есть ты, есть твои дети, плоды. Творчество. Дуб дает желуди. Желуди похожи на яйцо-райцо, правильно? Желуди – это яйцо-райцо. Вот дуб, он дает вот эти яйцо-райцо рожает. И задача человека – плодиться и размножаться в этом мире, чтобы было много детей, много хороших дел, много улыбок, много счастья. И вот это вот этот шар – это владение своим колобьим телом. И вот эти колючки изначально означали лучики. Отсюда идут лучики, да? Поэтому наши цари носили корону и вот такие вот на ней лучи, правильно? Потому что вот человек, владеющий колобьим телом, он может просвещать ситуацию, освещает вопрос, осветить проблемы. До сих пор говорят, осветить проблему в своей жизни можно только тогда, когда у тебя есть царь в голове, тогда ты можешь осветить проблему. Если нету царя в голове, он у тебя забухал, осветить проблему невозможно. Свою жизненную. Как мужа найти? А, проблема. Труба дела. Надо пойти погадать кому-нибудь. А гадание от слова гад. Ты замечал это когда-нибудь? То есть, когда мы хотим помощь получить, мы говорим: о Боже! А в Америке как говорят в Европе? О май гад! Они же гадом молятся в открытую. И поэтому вот эта гадская ихняя цивилизация пропагандирует вот это чревоугодие, половые извращения и так далее. А Георгий Победоносец – это герб Москвы. Он на каждой монетке у нас у всех, правильно? Георгий Победоносец – это еще герб администрации Киева. Вот. И то есть только Россия – это единственная страна, на которую есть надежда, что мы сейчас снова весь мир возродим. Сейчас здравомыслящие силы Америки, в Европе, в Индии, всю на нас обращают внимание. Но два брата сильнейших гиганта, которые подымут сейчас всю землю, это Россия и Индия. Ну, Россия превратится в Русь-матушку, с Украины, с Белоруссией соединится, Сербия, Хорватия, потом с Индией, и потом мы так раз с Индией тоже объединимся, будет такая держава большая. И все люди возьмутся в большой хоровод, будут жить в любви и счастье. Когда они выйдут из своих треугольничков, а возьмутся, вот, народная культура. Выходит человек, рус, танцует русский народный танец, русскую народную песню, все хлопают. Выходит бурят, танцует бурятскую танец, поет песню бурятскую, стишок рассказывает, все хлопают. Выходит индус, танцует индусский танец, поет песню, все хлопают, правильно?
Выходит негр, танцует негритянский танец, все удивляются, поет песни, все понимаешь? То есть вот это, культурные люди всегда дружат. Нету никогда конфликта культур. Есть конфликт без культуры. Когда вылазят эти националисты, самые главные враги народа всех, это националисты. Я просто посмотрел, русские националисты финансируются Западом. Белорусские националисты финансируются Западом. И украинские националисты финансируются Западом. Слово националист откуда произошло? Наци – анал. Анал – задний проход. И поэтому у нас так много аналитиков, которые копаются вот в фекалиях и пытаются что-то там, анализом заняться каким-то. Что же будет? И что происходит на России, что в Украине, что в Беларуси, Америка, там раз. И Змей Горыныч, у них такая тема. А можно вопрос решить задним числом? А можно мне справочку задним числом получить? И мы знаем, как вот задним числом сейчас там мэры Германии к нам приезжали с другом своим. На Майдан приезжал какой-то там мэр ПР, короче, Германии со своим мужем. Два мужика. И стоят они такие на Майдане и говорят: «Путин, не вмешивайся во внутренние дела Украины!» С Европы пришло 10 человек, с Америки 10 и все. «Путин, не вмешивайся во внутренние дела в Украине!» Стоят посреди Майдана, посреди Украины и вопят это, да? А они что, не вмешиваются? Ну, то есть, задача Змеев Горыныча, если сказку почитаешь, когда богатырь выходит со Змеем Горынычем воевать, и на картинах то тоже это есть у Василия. То есть богатырь вот такой, а Змей Горыныч вот такой здоровенный, у него 3 головы, 6 голов, 9 или 12. И он такой 10-15 метров высоту, а ты такой. И ты тут к Змею Горынычу подходишь, и Змей Горыныч: «Кто ты такой, богатырь? Ты же мелочь кузатая. Ты себя там, я тебя сейчас сотру в порошок, убью тебя». А богатырь говорит: «Змей Горыныч, ты хвастайся не перед боем, а после боя». И вот так вот наша задача, понимаешь? И задача Змея Горыныча – это дешевые понты. И они постоянно нас зашугивают. А что вы нам сделаете? У нас все схвачено. На долларе весь мир сидит. И там такой на долларе треугольник, самая крутая секта, и змеиный глаз. А что вы нам сделаете? У нас везде свои люди, у нас пятая колонна. Мы финансируемся, у нас и деньги. Полиция наша, суды наши. Русский банк, он же не русский, он же национальный банк. На анал работает американец. И хотя ваши денежки не выпечатаете. А что вы нам сделаете? У нас все схвачено. У нас жилет. И мы до сих пор большинство наших мужиков бреют. Вы бритые ходите. А что вы нам сделаете? Вы все вроде как русские, а ходите в американских джинсах. Потому что вы уже не русские, вы уже наполовину американцы. Не только джинсы, но и рубашка американского стиля. И он написан. Раз все написано. О! Но заметьте, опять божественный знак, что мы Америку съедим. Смотрите, написано, видите, по-английски, да? Russia. Но если вот так посмотреть, смотри, USA. То есть мы присоединим их сюда. Поняли? Ну, это божественная игра. Она полна божественных намеков. Все хорошо. USA. Видите, как жизнь-то прикольна, когда начинаешь царя в голове находить. Правда? И вот так вот сейчас начинается объединение сказочной Руси. И я приглашаю всех людей идти по своему путеводному клубочку. Выполняя свое предназначение. Когда ты идешь по путеводному клубочку, у тебя так раз катертью дорожка. Ты приходишь, и тебя ждут. Тебе надо справку взять. Ты пришел, а очередь убежала, обед, а тебе ее взяли и выдали срочно. Ты приходишь в сельсовет землю брать для родового поместья, а тебе ее дают. Вот это жизнь путевого человека. Все двери открыты, тебя рады видеть. И такая жизнь есть для каждого из нас. А когда ты не идешь по путеводному клубочку, вот дорожка, например, так, путеводный клубочек. А ты в лес попер, вот так вот, по бездорожью, так. И так, блин, жизнь это тяжелая штука, я точно знаю. Это мой жизненный опыт, да? Это вот так вот и поступают люди непутевые. А беспутные, они такие: ой, я не знаю, куда мне пойти, налево, направо или прямо. Направо, напрямо или налево. Право, налево или направо. И вот они такие беспутные, понимаешь? А есть еще распутные.
Они такие прыг туда, прыг сюда, прыг туда. И тоже как-то у распутных счастье ненадолго, да? А вот ты путевый человек, раз, и нашел свой клад. Цель жизни – поиски клада. Нашел ладушку живу, нашел ладных детей, нашел ладное место для жизни. То есть сейчас наступает сказочная жизнь. Надо научиться смотреться в волшебное зеркальце. И там можно увидеть прошлое, будущее, настоящее. Владение осознанным сновидением. Сейчас нужно научиться смотреться в тарелочку с голубой каемочкой. Что это такое? Ну что такое тарелочка с голубой каемочкой? Она очевидна, как и вся русская мудрость. Или вода. Земля, тарелочка, голубая каемочка, небеса. И по ней катается яблочко, солнышко. Правильно? Это говорит о чем? Что нужно жить в моменте здесь и сейчас. Мама, не владея тарелочкой с голубой каемочкой, идет с ребенком вот так. Я иду в магазин за еду. А ребенок такой, сзади такой, бежит и так. Так что сверху, что снизу, что сбоку. Нет? И глаза у него широко открыты. И он замечательный человек, он все замечает. Что везде. А мама сектантка. Я иду в магазин. И вот она идет и не видит, что здесь друзья прошли. Здесь была возможность, как увеличить свой доход. Здесь еще были возможности, да? То есть тарелочка с голубой каемочкой – это тема «Жить здесь и сейчас». Поэтому она так популярна. Эдхард Толли написал книгу, правильно? Но это только овладение навьем тела, третьим. То Эдхард Толли застрял на третьем уровне. Он же не настроен по жизни, да? А нам надо вот матрешечку свою собирать. Овладение своим жарким телом, жар птица. Тогда ты не идешь по жизни, а летишь, у тебя мечты сбываются быстро. А сейчас сколько среди нас таких людей? Я же такой хороший человек, я вегетарианец, я сыроед. Почему я не могу себе жену найти? Я всех люблю. Потому что ты сдыхли! Где твоя сила богатырская? Прокачаться надо, чтобы ты такой раз! Девицу на руки взял и три раза вокруг деревни пронес. Это древнерусское испытание перед свадьбой. Пронес три раза вокруг деревни, готов к свадьбе. А если ты один раз пронес через девицу свою любимую вокруг деревни, а потом так, коровка, значит не готов. Или она тяжелая для тебя, или ты дохлый. То есть вот так очевидно проверяется совместимость мужчины и женщины, готовность семейной жизни. Все просто. Просто. Сложно это с ложью. И вот эпоха лисы была, и всех нас окутала кривды. А сейчас эпоха волка, нужно восстанавливаться к правде. И вспоминать свою вот эту тему. Все одежек и все без застежек. Самое большое тело человеческое, это какое? Свете. Размер нашего светлого тела седьмого, какое? Все, что видит твой глаз, это твое светлое тело. То есть ты пребываешь сам внутри себя. Кроме тебя тут никого нет. И все это игры, которые ты придумал. Когда тебя хвалят и когда тебя ругают. Когда тебя ласкают и когда тебя убивают. Ты делаешь это сам. Потому что ты всегда пребываешь в своем мире. И все люди это актеры в твоей игре. И вот это свете тела, это весь, это сварга пречистая. Все 39-е царство, вся земля-матушка, все люди – это части твоего светлого тела. Следующая одежда у каждого человека есть – это дивье тело. Тело волшебства. В сказках диво дивное, чудо чудное. Это вот мы идем путь тройка, семерка, туз. Семерка – это вот наша семья. Диво дивное. Когда ты овладеваешь дивьим телом, ты волшебник. Волшебники носили шапочки такие, колпачком, помните, такие звездочеты, да? Первые казаки, до того, как они легли под Екатерину II, Екатерина II крестила запорожское казачество вот этим перекошенным крестом. А до этого казаки-характерники-то какие были? Все на месте, крестик правильный. То есть, вот так вот крещеный казак, так не крещеный. Никаких вот таких вот мужиков... Не надо было носить вот тут, понимаешь? То есть смотри, Иисуса на кресте вот таким рисует, заметили? А? И вот она кривда. Потому что задача-то быть таким
Казахи характерные наши витязи, вот они, натянутые, вот он, видишь какой, раз, вот он хоть крестился, но он еще же вышел-то из ведической веры. И вот у него крест какой, видите, какая спина, плечи, все такое весь статный. Девицы все такие, раз, все крещенные, у всех костная система. Ты медное царство, серебряное, все ровно, параллельно все. И люди еще такие правильные черты лица. Глаза одинаковые, лицо симметричное, красивое. Вот. И вот носили эти шапочки такие. И когда волшебство ушло из жизни, у казаков сейчас колпачки упали, заметили такие? И висельки висят. Вот они как бы повесили уже вот эту кривду себе на грудь. И колпачки упали, волшебство ушло. То есть казаки-характерники, они как воевали. Идет вражье войско. Они такие, а, неохота воевать. И так раз на них морок навели. И вот это вражье войско само себя поубивало. То есть каждому воину кажется, что рядом враг. И они взяли друг друга, порезали. Или идут такие казаки-характерники так. Вот это вражье войско, они так, а, неохота воевать. Раз в деревья превратились, и такой лес растет. Враги через лес прошли, они из деревьев снова превратились в людей и дальше пошли по своим делам. То есть вот она волшебная жизнь. Или идут такие враги, и казаки-характерники такие стоят. Ну что с вами делать? Ступайте отсюда, добрые молодцы, по добру, по здорову. Сколько раз мы приходили. Враги такие, нет, мы будем биться. Ну биться так биться, разберитесь вначале с нашими пчелками. Раз и открыли улья, казаки же на меду все сидели, понимаешь, колоды, пчел навалом было. И говорите, пчелки, фас. И такие пчелки такие покусали всех. И казаки такие, ну что, ребята. И все такие живые, но опухшие, домой приползли и такие, да за них даже пчелы, что мы с ними сделаем, понимаешь. Вот это волшебная тема. И сейчас я же говорю, вот, в Симферополе. И волшебные обряды. То есть мои друзья по центру Киева пронесли гроб. В гробу лежала евроинтеграция. Ее захоронили. Представляете, как классно. Это же такой обряд. Или, например, волшебный обряд. В Одессе приехали эти фашистская гадина. И такие стоят, такие, уа! А тут наши стоят русские тоже, ну, на медном царстве, полной агрессии. Такие, уа! И они такие... И тут такие бабки одесские вышли, и хороводы начали уводить между двумя разъяренными этими, да? И такие ля-ля-ля, неси хороводу, коромысло гнется. Короче, поводили хороводы, пели, попели песни и разошлись. И те, и другие. Прикольно? Чувствуете? То есть русская победа, она может быть вот так вот, просто с хороводом. Когда только вот царь зажигается. Пока царя нету, конечно, будет битва, кровопролитие, ужас, насилие. Ну а что делать? Жизнь такая. Хочешь на медяке сидеть? Будет медная битва. В серебряное царство перейдешь, будет серебряная битва. В золотом царстве будет волшебная битва. Ты просто так раз им пендели раздал. И все. Какое